Всем экологическим проблемам мира, похоже, нашлось решение. Международная группа астрономов в 40 световых годах от Земли обнаружила три планеты по размерам сходные с нашей. По словам ученых, эти небесные тела могут быть пригодны для жизни. Результаты своих наблюдений эксперты опубликовали в электронной версии научного журнала Nature. Работали астрономы из Великобритании, Бельгии и некоторых других стран в Чилийской обсерватории. Там они исследовали одну карликовую звезду в созвездии Водолея. И рядом с ней обнаружили три планеты размером с Землю. Из них две вращаются вокруг звезды. Расстояние между ними небольшое. Одна делает полный оборот за 1,5 дня, другая за 2,5. Но температура карликовой звезды сравнительно небольшая. Это дает основание предположить, что условия на этих трех планетах вполне пригодны для обитания живых организмов.